Сравнять землю и общежитие по адресу улица Зернова, дом 24, решили еще в апреле 2019 года. Администрация города заключила с компанией «Стройинвестэс» договор об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса. Подрядчик обязан снести ветхое здание, а на его месте возвести многоквартирный жилой дом. В этом доме 30% площадей квартир обязаны передать администрации. Администрация обязалась выполнить все мероприятия по подключению построенного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Застройщик приступил к демонтажу здания. Строители уже выполнили работы по переносу электроснабжения, связи, защите теплосети и канализации. После сноса выполним работы по геологии. Потом, сейчас в настоящий момент идут запросы по техническим условиям подключения этого дома. Планируется дом построить где-то примерно на 40 квартир. Четырехэтажный кирпичный дом. То есть, ну и после того, как будут выполнены вот отчеты все по делу, по инженерным изысканиям, и выполнен проект, пройдет экспертизу. По словам главного инженера ООО «Стройинвестэс» Ивана Большакова, территория будет полностью готова к застройке через месяц. После проведения всех экспертиз и разработки проектно-сметной документации компания приступит к возведению нового здания. Жилой дом подрядчик планирует сдать в октябре 2021 года. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».